В честь открытия крупнейшего в России музея под открытым небом наличники Симбирского Ульяновского края для ульяновцев организовали фестиваль «Окна», ставший настоящим праздником для жителей региона. Мы в восторге, во-первых, от огромной работы организаторов и от потрясающих мастер-классов. Мы уже успели сделать сумочку, порисовать, покушать. В общем, просто на высшем уровне. Огромные молодцы. Спасибо за такие мероприятия в нашем городе. Помимо основной экспозиции представили свои изделия и ульяновские умельцы. Для детей прошли мастер-классы по художественной росписи. Желание сохранить традиции поддержал глава региона, который, приехав на фестиваль, пообщался с педагогами детских школ искусств. Педагогов у нас 4 человека, которые именно занимаются преподавательской росписью. Мы возрождаем. Ну давайте, вот детей приучайте. Будем стараться. Очень красивое искусство, мне очень нравится. Спасибо. В центре внимания посетителей уникальная экспозиция «Старинные наличники со всей Ульяновской области». Идея создания коллекции пришла организаторам благодаря счастливому случаю. Руководитель проекта Кирилл Волов шел на работу и обнаружил интересное обрамление окна. Пока это единственный предмет из бывшего Симбирска, ставший талисманом выставки. Главный экспонат – наличник с необычной резьбой, найденный в самом центре Ульяновска на улице Мира. Именно он вдохновил организаторов на создание экспозиции. В течение 1,5 лет искали другие экспонаты, затем их реставрировали. Теперь десятки наличников украшают улицу Ленина. Больше всего экземпляров из Сурского, Кузоватовского, Вишкаемского, Чердаклинского, Корсунского, Барышского и Павловского районов. В экспедициях и в исследованиях мы охватили все 24 муниципалитета, проехали 245 сел, и вот на реставрацию забрали 83, и вот к открытию 44 наличника выставляем. То есть там где-то вот в сухом остатке вот сейчас выставлено примерно наличники из 15 муниципалитетов. Посетители выставки смогут не только полюбоваться красотой экспонатов, но и узнать их историю. Ведь под каждым наличником небольшая историческая справка и QR-код, ведущий на сайт, где можно узнать подробно про наличники и послушать аудиоэкскурсию на месте. Посетителем выставки под открытым небом сможет стать каждый прохожий с улицы Ленина. Пока экспозицию планируют оставить до конца сентября. Юлия Адамова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.